Страшная тайна Киркорова выплыла наружу. Что он сделал со своим сыном? Сыну Филиппа Киркорова, Мартину, сегодня исполнилось 9 лет. Трогательные поздравления с днем рождения певец опубликовал на своей странице в Instagram. «Мартин, ты моя надежда и моя гордость. Перед тобой открыт целый мир, миллион возможностей, тысячи дверей. Выбери правильную. Я желаю тебе всегда быть сильным, рассудительным, амбициозным, смелым. Знай, я всегда рядом и буду вечно любить тебя всем сердцем», — пишет Филипп Бедросович. В комментариях под постом Мартина с праздником поздравили звезды российского шоу-бизнеса. К поздравлениям также присоединились Алика Смехова, Олеся Судиловская, Эвелина Блёданс, Зара, Валерия, Алсу и другие знаменитости.